Всем привет, с вами проект Soulfinder. И сегодня у нас в студии очередная новинка из начала 2000-х. Новинка на этот раз от Adidas, и это модель Pro Model 2G. В мире существует не так много силуэтов кроссовок, которые супер узнаваемы, на которые ты смотришь и понимаешь, что да, это 2G, или это 11-е Джорданы, или это 13-е Джорданы. Ну, конечно, когда я говорю про 11-е и какую-нибудь Air Max Auru, которая должна их скопировать, была и она успешно скопировала. Но вы понимаете, о чем я. Это кроссы, которые я лично помню, вот 20 лет назад я в первый раз их увидел, и они на меня произвели впечатление. Это впечатление, оно вполне неоднозначное, потому что они выглядят очень круто за счет глянцевого верха, с одной стороны, а с другой стороны достаточно так топорно, такой прорезиненный нос. И в основном они, конечно, появлялись на баскетбольных кортах на улице, хотя целая серия кроссовок была, это был NCAA, это чемпионат Макдональдс, проходил даже Леброн Джеймс играл в этих кроссах. В школе СВСМ он бегал в зелено-золотых. И зелено-золотые должны вернуться в мае, их почему-то там то отменяют, то переносят, но они должны быть вот те самые СВСМ. Очень крутая версия. И вот я смотрю на эти кроссы, я понимаю, что я их знаю. И большинство их знает. И только молодежь, которой меньше 20, наверное, с ними никогда не сталкивалась. А сейчас у них есть такая возможность, потому что в Российской Федерации появились эти кроссы в 4 расцветках. Одна расцветка вот черная по ссылке в описании Kicks4U. Вы можете купить их со скидкой 500 рублей за подписку на новости. Ценник 6990 и еще 500 рублей скидка. А также вы можете по второй ссылке, это ссылка на официальный Adidas, приобрести их в белом, красном и синем глянце. И это тоже очень круто, но Adidas, у кого есть Universe, скидка 20%, тот ей может воспользоваться, это будет супер выгодно. Я, к сожалению, в этот раз не предложу ее. И вот эти вот 2G возвращаются сейчас, ну, вслед за Jordan Showcase из 2000-х, вслед за теми же Айверсоном и четвертыми, которые тоже недавно были перевыпущены. Сейчас время отцовских кроссовок, потому что отцам сейчас 35, и они уже из поколения, когда были кроссы. Давайте чуть поподробнее, я расскажу в деталях, а вы потом на паузе можете перемотать и посмотреть в отражении, что же вокруг меня тут находится. Итак, носовая часть прорезиненная. Насколько я помню, видите, проклеенная часть, это место стыка подметки, подметки, вот вы видите эту линию, и вот этого стакана от гриндерсов, который был сверху. В смысле, тогда были гриндерсы, и тогда на гриндерсах был стакан, это было супер актуально, и это были кроссы, ну, в какой-то мере спортивная аналогия. Конечно, сейчас в меня полетят камни, но тем не менее. И вот эта проклеенная часть, насколько я помню, она в оригинале была захлёстом полноценным, то есть здесь не было места стыка. И это, конечно, защищает пальцы, это укрепляет кроссы и придает им вот суперстаровский такой лук, потому что на оригинальных суперстарах тоже такой захлёст. Что касается основного материала, это синтетика с текстильными материалами. Ну, текстиль здесь только внутрянка, да, внутрянка. Остальное все это вот синтетические листы. В данной версии они глянцевые, но они были и матовыми в свое время. Надпись Pro Model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель. Этого более чем достаточно для того, чтобы максимально адаптивно зашнуровать кроссы. Они, конечно, достаточно простые, о чем говорит и ценник. И, в принципе, и назначение у них такое. И представлять вас на корте, и за пределами стиль, на улице, на паркете. Это не принципиально. И классические 3 полоски Adidas на боковой грани. В области пятки вы видите такую эластичную штуку, которая помогает, вот посмотрите, она оттягивается, которая помогает немного облегать, если мы ее
уберем сюда, вы увидите, что боковыми гранями нога фиксируется, стопа фиксируется, а задняя часть обеспечивает определенную свободу своему обладателю. Классический логотип Adidas. Здесь вы видите уже надпись Bounce. И для этих кроссов действительно была представлена облегченная пена Bounce. Эти кроссы весят 420 грамм, что, в принципе, находится где-то на такой границе ближе к легкой обуви, нежели к тяжелой, что тоже не свойственно особо Adidas. Рисунок протектора здесь зональное такое распределение елочкой. Вы видите здесь элементы, которые не имеют сцепления, что было характерно в начале 2000-х годов. Мы это обсуждали на Jordan Showcase. Вот пятка, такие глубокие бороздки, которые, по идее, должны быть более стрессоустойчивыми к асфальту и стиранию. Торсионная пластина здесь, которая реагирует на кручение, вращение и изгиб. Они достаточно жесткие вот на такое, но вы видите, кручение в некоторой степени доступно. Итак, второй башмак. Очень короткая презентация второго башмака. Я лишь покажу, что здесь нет резиночек. И, естественно, никакого сапожка. Это 100-баксовые кроссы. Они стоят 100 баксов в Америке. Adidas красавцы. Сегодня я даже в их честь надел свой любимый свитшот Team Adidas. Они смогли сохранить у нас в стране эти кроссы за 110 баксов. То есть в Америке 100, у нас 110. Не как некоторые 110 баксов, а в Российской Федерации они стоят 10,5 тысяч рублей. Не как некоторые, не будем называть. И вот это текстильный материал, это язычок, внутренняя набивка, ее тут вполне хватает, но боковые грани, стенки достаточно тонкие, потому что здесь нет никакого набивного материала, нет сапожка, облегания и прочего. Ну, такое, достаточно кондовенько. Но, тем не менее, есть логотип классический Adidas. Эти кроссы вы будете встречать первое время на баскетбольных кортах не так часто, как летом. Потому что летом все купят их по распродаже, кто не купит сейчас, и будут гонять улицам на всех, по улице на всех стритболах именно в 2G. Потому что это, опять же, очень хорошее сочетание цена-качество. 6490 – это почти 100 баксов, между 100 баксов и 100 евро на момент презентации. Не знаю, что будет через неделю. Поэтому я рекомендую их рассмотреть не только для стиля, но и для баскета. Потому что все, что я сказал сейчас, конечно, в первую очередь, это спорт-перформанс обсуждение. Ну, а внешний вид никто вас не сможет остановить, если, посмотрев эту видеопрезентацию, вы влюбитесь и захотите их себе приобрести. Собственно, я рассказал, выполнил свой долг перед вами и несколько запросов по этим кроссовкам. С вами был Серж. До новых встреч, друзья!